Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Ловля крупной щуки на живца. Южские трофеи». У всех любителей ловли крупной щуки стоит всегда проблема, зачастую, как сохранить живца. Где, как? Я справился с этой проблемой по-своему. Сделал из канистры вот такой садок. То есть, как он работает? На расстоянии от дна сантиметров примерно на 20 засверлено отверстие для проникновения туда проточной чистой воды. Запустив туда нашего живца, малька. Почему оставил это 20, вот это расстояние 20 сантиметров? Чтобы в момент, когда он там находится, я мог его легко транспортировать как на машине, так и пешком. То есть он находится вот. Сделал специальную ручку, крышечку, посадили туда малька с водой, закрыли его и опустили на дно водоема, пруд, озеро или речка. И уже через эти отверстия туда проникает проточно чистая вода. Он там может находиться очень долго. От рыбалки до рыбалки.